Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор отдушки Lhomme Yves Saint Laurent. Lhomme от именитого Yves Saint Laurent – это парфюм, выпущенный еще в 2006 году. И за десятилетия его массового производства не утратил своей популярности. Это выраженный мужской аромат, хоть и относится к сладким запахам, и о нем даже иногда отзывается как о приторном. Lhomme относится к цветочно-мускусному семейству парфюмов. Сильный и стабильный аромат, который подходит уверенным в себе и деятельным мужчинам любого возраста. Производителям различных товаров, особенно косметических средств, необходимо все более уделять внимание такому аспекту, как запах продукции. Соответствующий аромат уже прочно стал частью образа современного человека, как в деловой сфере, так и в образ мышления в быту. А потому ароматизируется все – помещение, тело, волосы, обувь, даже средства женской гигиены. Преимущество парфюмерных отдушек таково – передают аромат почти идентичный оригиналу, обладают стойким и насыщенным ароматом, очень экономичный, просты в использовании, нетоксичны. Парфюмерные отдушки применяются в таких косметических средствах – туалетная вода, духи, парфюм или туалетные духи, твердые духи, кремы, пенки и гели для бритья, гели для душа, парфюмированные бальзамы для тела, средства для волос, мыло натуральное, дезодоранты. Вот такой бутылочке мы отправляем данную отдушку нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!